забить гол. Скорее их заслуга. Помните, каждая команда играет настолько, насколько позволяет ей соперник. Ну, это о нашей команде. Вот единственный момент в первой половине игры. И, в принципе, мало что изменилось содержание игры во второй половине. А время летело, и когда оставалось немного, единственная, пожалуй, грубая ошибка игроков защиты сборной Исландии. Кто-то вот из них нарушены были правила. И Добровольский в образовавшуюся в стенке брешь послал мяч в сетку ворот. Но за 4 минуты до окончания встречи наши ворота не уберегли. Вот так исландцы восстановили равновесие. Ничья 1-1. Положение команд после сегодняшнего матча. Шансы советских футболистов намного предпочтительнее. А вот